вместе одновременно очень интересно, и это будет результативно. В данном случае мы преследуем цель под единым брендом провести разные интересные мероприятия для очень разных, ну не скажу, что слоев, но, скажем так, молодежи с разными интересами. Молодежь, которая уже вовлечена в нашу работу, максимально смогла себя показать. Да, вот как бы что называется. А те молодые люди, которые проходят мимо и не всегда знают о наших мероприятиях, просто как бы увидели о том, сколько в городе всего интересного происходит. Мы хотим показать другую молодежь, социально ответственную, активную, способную создавать, генерировать, креативную. То есть такой пласт молодежи в городе огромный. И я считаю, что наступила пора показывать другую молодежь. У нас есть практики, которые мы хотели бы поделиться с регионами. И вот эта площадка «Дни молодежи», она, как мне кажется, что дает такую возможность. Работа с работающей молодежью, там, работа с особой. Угу. Целевая аудитория молодежи, которая включена в работу в реальном секторе экономики. То есть это те ребята, которые уже сегодня работают на предприятиях и организациях. У ребят есть на сегодняшний момент современные разработки. Раз. И, соответственно, город Новосибирск имеет лучшие практики, которыми он готов делиться с другими регионами. На сегодняшний момент уже заявлены 16 регионов. Новосибирск, 17 регион, участник, принимающая сторона. Заявлены несколько площадок. В городе Новосибирске это большая объединяющая структура, которая использует ресурсы и возможности трех больших организаций, трех больших сторон. Первое – это комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска. Второе – это федерация профсоюзов Новосибирской области. И третье – это руководство самих предприятий и работники самих предприятий. Вот уже второй год подряд в ноябре месяце мы проводим мероприятие, которое по своему формату за Уралом пока что никто не организует. В рамках одного учреждения, в рамках одной галереи еще никто не собирал такое большое количество представителей всех направлений хип-хоп-культуры.